представители журналистского сообщества вновь собрались вместе на Радоницу, чтобы почтить память ушедших коллег. Основоположниками этой традиции стало Самарское областное отделение Союза журналистов России и архимандрит Георгий. В этом году встреча прошла в 27-й раз. Как-то мы задумались, что действительно, когда мы начинали в 96-м году, в списке не было даже 100 человек. А теперь, вы видите, этот список уже у нас перешагнул через цифру 500. Для нас это, конечно, всегда большая потеря, когда уходят коллеги. Но, как знаете, говорят, слезы на лице высохнут, а вот память, она остается. Вот память о них в наших сердцах. На сегодняшний день в скорбном списке областного союза журналистов 517 имен. Каждый из перечисленных – профессионал своего дела, оставивший след в душе своего слушателя, читателя или зрителя. За последний год члены журналистского сообщества простились с 13 коллегами. В их числе Владислав Князев, Евгений Шестун, супруги Сергея и Валентина Сематовы, Ольга Гальчинская, Людмила Яркая и другие. Люди постепенно уходят, поколение сменяет поколение. Вот. И ты понимаешь, что рано или поздно ты сам окажешься по ту сторону, такое продолжение. И вот эти вот наши коллеги, наши друзья, я думаю, что они нас слышат и видят, и нам помогают, и ждут от нас доброго слова. Профессионалы журналистского дела не уходят бесследно. Они продолжают жить в сердцах своей аудитории, коллег и, конечно же, родных. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.